Краевой стройнадзор предложил ввести единые требования к ограждениям красноярских строительных площадок. Сегодня этот вопрос рассматривали на заседании комиссии по градостроительной политике. В частности, поступило предложение выкрасить все заборы на городских стройках в единый цвет – серый или синий. Кроме того, по мнению специалистов, ограждения должны быть одинаковой высоты, а там, где есть пешеходные дорожки, необходимо возводить защитные козырьки и перила. По мнению депутатов, цвет забора не должен выделяться из общей цветовой гаммы объектов краевого центра. Поэтому определить его должен главный художник города. Конкурс на эту должность будет объявлен в скором времени. Добавлю, что поправки в правила благоустройства пока не приняли и отправили на доработку. Служба считает, что данная тема является достаточно важной, так как выработка только оптимальных решений с учетом всех современных эстетических, технологических требований позволит обеспечить не только требования безопасности, но и визуального восприятия городской среды, комфортности и проживания, и пребывания гостей в краевом центре нашего города.